7:00 на завтрак у меня два тоненьких кусочка хлеба с рыбкой, консерва собственного приготовления. Очень вкусно получается, делается легко. Рецепт я на втором канале давал. И чашечка черного чая без сахара. 9:30, мой перекус. У меня сегодня лавашек с тыквой и грушей. Получается, пополам тыкву и грушу я потер. Очень вкусный такой получился. Пол лавашика, чашечка черного кофе натурального и пол ложечки сахара. Ням-ням. В духовочке все такое полезное, красивое, вкусное. 18:00. На ужин у меня самса собственного приготовления на фарше индюшинном. Это мои острые синенькие, такая икра, морковочка собственного приготовления, селедочка с лучком и маслом и имбирь. Такая красота и очень все вкусное. 14:00. На обед у меня сегодня булгур отварной. И зажарочка с лучком, морковочкой и филе куриным. Плюс салатик с капустой квашеной. Приятного всем аппетита, удачного похудения. 21:00. Мой вечерний перекус. Одно яблочко небольшое и чашечка кефира. 2,5% жирности. Приятного всем аппетита, спокойной ночи, удачного похудения. Ищите нас на ютубе под хэштегом «Жирука5». Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе. Мы сможем это сделать.